Всем привет, дамы и господа, с вами, как всегда, Скалин, и мы с вами посмотрим на игрушечку под названием Flintlock. Это Souls-Lite. Да, вы не ослышались, не Souls-Like, а Souls-Lite. Так пишет разработчик. Вот, это что-то в стиле Dark Souls, но со своими фишечками и со своей механикой. Ну что ж, всем приятного просмотра, и мы начинаем. Так, графоний стоит вроде как на ультрах. Но игра выставила все автоматически. DirectX 12. Там, короче, DLSS-ка, еще что-то. Поэтому, надеюсь, все будет работать хорошо. К бою! Целься! Пли! Нор, она никого не принимает. Сделаем вид, что ты не смог меня удержать. Вы отправили Базы и Хаолина к вратам? Ванек, у меня нет на это времени. Разрешите? Нет. Бас уже не молод для сражения, а Хаолин не сможет одновременно прикрыть ему спину. Я лучше сапер, и вы это знаете. Ванек, возвращайся на пост. Что за? Это не они. Взорвалось слишком низко и не так громко. Вижу. Они ведь уже должны были закончить. Просто отдайте приказ. Ладно, хорошо. Отправляйся вдоль окопов к старому форту. Не останавливайся ни перед кем, ни перед чем, ясно? Есть, фальшмаршал. Сапер, освободить дорогу. Рассвет будет наш. Рассвет будет наш! Так, ну и вот наш главный герой, ребята. Это девушка. Девушка с топором. Девушка с мушкетом. Так, давайте разбираться, что у нас есть. Так, ну, как обычно, левая кнопка у нас сбить. Так, как использовать пушечку? Так, на R, значит, хилочка. А на правую кнопку у нас пистолет, но он не заряжен, я так понимаю, да? Так, нажмите Ctrl, чтобы бежать. Ага, Shift это типа подкат, пробел, прыжок, Ctrl. Ванек, я думал, ты погибла. Прости, если разочаровала. Короче, у нас идет война с мертвецами. Shift скользить. Ага. Сапер, мы отрезаны. Сейчас разберусь. Огнестрельное оружие. Хорошее подспорье в борьбе с мертвецами. Нажмите правую кнопку из основного оружия. При стрельбе из основного оружия тратится пороховой заряд. Используйте против врагов ближней атакой, чтобы восстанавливать пороховые заряды. 4 ближние атаки могут восстановить 1 пороховой заряд. А, то есть мы бьем, собственно говоря, и он заряжается. Понятно. Так, это если что, ребят, демо-версия. Это не финальная. Вау. Сделайте глоток, чтобы восстановить жизни. Есть. Так, нажмите, чтобы прыгнуть. Вот это она, конечно, прыгает. Так, первые враги. Бам, бам. Есть. Так, на Shift можем уклоняться. Ага. Хорошо. Кстати, эта игрушечка выйдет в июле, и она будет доступна в Xbox Game Pass. Ну, в июле, в смысле, в июле... Какого она там, 18 или 19 числа выходит. Прерывание атаки выстрелом. Пистоль Нор эффективно прерывает вражеские атаки.
Нажмите во время вражеской атаки, чтобы прервать ее. Если вы прервали врага, он не выполняет текущую атаку. Сейчас попробуем. Так, стоп. А, у меня нету. Ай. Репутация – это ваша слава и опыт, ее можно тратить на получение навыков и предметов. Вы будете получать репутацию за победу над врагами, выполнение задания и прохождение испытания. Различные действия помогут вам увеличить множитель репутации. Множитель повышает количество репутации, получаемой, когда вы удерживаете В. Когда вы получаете урон, множитель репутации сбрасывается и автоматически получает накопленную репутацию. Погибнув, вы потеряете всю полученную репутацию, чтобы восстановить ее, вернитесь на место гибели. Ну, вот, видите. Dark Souls, ё-моё. А, блин, обязательно В нажимать, чтобы не потерять множитель этот? Ну, выглядит прикольно. Пока что прикольно выглядит. Проклятие, покойтесь с миром, ребятки. О-о-о! Что так резко-то? Блин, это вот зачем В нажимать это, я не понимаю. Ну, типа понимаю, но зачем это сделали? Опыт бы сам бы просто автоматически шел, да и все. То есть прикольно, что мы во время боя можем использовать пистоль. Ох, нифига, а чё их там много так? Воу, вот так вот. Вот так вот-то оно. Нее. Блин, и можно же забыть про В и не нажать. Блокирование и парирование. Вражеские атаки можно блокировать и парировать оружием ближнего боя. Удержите Q, чтобы принять защитную стойку. Ну-ка. Раз. Ой, ты косой-то какой. Давай. И раз. Ага. Так, попробуем парировать. Не, подожди, сейчас. Ай! Иди нахрен. Да подожди. Парировать, я сказал. Парирование. Да парирование, блин. Давай. Еще раз. Во. Вот так вот. Вот так вот и должно было быть. Ну идет плавненько. Слушайте, на ультрах как бы DirectX 12 и DLSS вроде все нормально. Пробивание атаки. Нельзя заблокировать красную атаку. Окей. А, это типа босс, что ли, у нас? Тише. Ну? О, Нор, какой бездны ты тут делаешь? Ты где? А, вот он стоит, ё-моё. Пришла навалять вам за то, что ушли без меня. Я не опущу тебя. Ты можешь погибнуть. Ты тоже? Неужели это не приходит тебе в голову? Нор, прошу тебя. Вообще, все это задание... Да подними ты это уже клетку. О нет. И Церит здесь. Церит. Цериты оба. Радость-то какая. А, то есть их взяли, меня не взяли. Ну классно, блин. Брат и сестра, Нор, уходи.
Ты к этому не готова. А Йохара готовы? Слушай, ты, крыса окопная. Хватит. Мало нам этой светящейся стены. Хочешь, чтобы нам сюда еще повалили мертвецы? Какой стены? Борода странная какая-то. Ха, все-таки. А, вы. А, вы так двигаетесь странно. Это еще что? Бездна меня пекла. Как это стена? Не из стекла, не из камня, вообще не пойми из чего. Ты что делаешь? Открывай нам проход. А в смысле, а вы до этого-то не могли стрельнуть, блин, в этот проход без меня? Какая-то магия непонятная. Борозды на стене светятся. Интересно, почему? Души бездны. Эти тела лежат здесь уже много лет. Должно быть, попались в лапы мертвякам, когда бежали из города. Выглядит истерзанным, как будто их кто-то швырял. Мертвецы так не делают. Смотрите в оба. Виновник этих смертей может быть все еще здесь. Сейчас какой-нибудь босс будет. Мега-мега-босс. Мега-мега-босс. Еее. Выйдет с этих дверей, и мы будем с ним драться. Готово! Отойдите назад! Души бездны! О-о-о, египетская сила! Раш врат. Бам! А вот и босс, блин. Мутош Харто. Айо. Ишабо. Эй, 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 Халин, ты тут? Да, это же... Халин, соберись. Свет будет наш. И чё? Толку, что вы орёте? Ой-ой-ой-ой. А у меня пить-то не... Ой, вы все умерли? С одного удара? Страж врат. О, нужно вставать. Нужно больше пороха. Вставай, братишка. Ах, ни хрена себе! Откуда я должен был знать, что он хвостом будет бить? А, у него, по-моему, маска отходит, нет? А чё за прикол с маской? What the fuck? Чёрная дыра, что ли? Все, капец, мужичку. Уху, нифига ее швырнула, вот это да. Барьер снят. Халин, стой! Где я? Бездна, меня побери. Хотя кого я спрашиваю? За лисенок там. Следуй за мной. Что? Как? Стой, подожди! Я вытащил тебя из реки. Какое-то время ты была без сознания. Из реки? Со мной был еще кто-нибудь? Нет, неважно. Тебя будет достаточно.
Достаточно? Для чего? Вы сунули свой нос куда не следовало, разрушили барьер сдерживающих богов. Какой еще барьер? Ту светящуюся стену, которую мы... Так это и впрямь были вы? Мы не могли. Не знаю. Вы сломали барьер. Теперь ты должна его починить. Классно, блин. Мы аж кот знали, что этот барьер богов сдерживает. Кто бы еще бы там инструкцию оставил, блин? Не взрывать. Эй, 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 эй! Вы выпустили бога по имени Уру. Это его армия мертвецов разоряет рассвет. Он источник всех ваших страданий. А ты откуда все это знаешь? Я знаю, потому что я тоже бог. Ты? Мелкая говорящая лиса. Ты бог? Боги бывают не только большими. Меня зовут Энки. Ты вряд ли что-нибудь обо мне слышала. Считай меня своим шансом искупить вину. Вы, боги, опустошили мой город, мой мир. Убили всех, кого я любила. И теперь я живу только ради мести богам. Так что мне мешает тебя убить? Ничего. Смерть богам. Террасия лисенок, блин. В одиночку против бога тебе не выставить. Не выстоять. Давай я помогу. Ты бог, один из них. Зачем мне помогать тому, кого я поклялась убить? Ты хочешь возмездие? Я приведу тебя к нему. Пока Ур на свободе, твоему миру грозит смертельная опасность. Помоги мне заточить его, сдержать поток разрушения. Это самое малое, что ты можешь сделать. Ладно. Но только попробуй выкинуть что-нибудь эдакое, я тебе голову размажу. Не сомневаюсь. Ладно, как нам отсюда выбраться? За мной. Блин, и после того, как он ее током шарахнул, она еще смеет говорить, что она ему голову размажет? Чем? Чем ты? Он тебе вперед, блин, шандарахнет, ты сдохнешь сразу. Бред. Нор. Меня зовут Нор. Твой топор, ты им явно не дрова рубишь. Я сапер. Когда приходится драться в окопах и туннелях, топор оказывается очень кстати. Значит, ты умелая воительница. Справляюсь. Подойди, дай мне немного проходу. Зачем? Увидишь. Хорошо, а теперь не отставай. Не отставать? Ну как? Получен череп, нажмите Г. Так, сталь, порох, дальний бой, ближний бой. То есть качаем, здесь у нас качается ближний бой, здесь качается дальний бой, да? Атака после уклонения, прицельный выстрел. Так, тренировка. Так, тут задание. У нас есть карта. Карта у нас, ну, такая, типа, нормальная, в принципе, для путешествия в этом ни хрена себе мире. Какая-то гора, Door the Great Below. Скорее всего, будут города какие-то. Так, мы получили череп. И чего? Пороховая акробатика. Вам доступно особое движение, которое улучшит уклонение движения в воздухе. Нажмите Shift, а затем Shift еще раз, чтобы выполнить пороховую. Находясь в воздухе, вы можете выполнить пороховой прыжок, нажав пробел, или пороховое уклонение, нажав Shift. Так, находясь в воздухе, вы можете перемещаться дальше, комбинируя пробел и Shift.
Ёшкин матрёшкин. Ничего у меня типа не тратится, да? Значит, он существует. Ура, разоритель. Он по праву кто-то там. Непримерный герой страшилок. И теперь он на свободе. Следуем за Энки. Падение. Падать опасно, упав с большой высоты, вы можете получить урон и даже погибнуть. Чтобы прерывать падение, нажмите пробел, это смягчит удар. Прерывайте падение перед самым приземлением, чтобы снизить. Ехо! Бам! Во! Ну, там задержка, кстати, есть, так что надо внимательным быть. Так, есть паркур. Кое-какой. Ну, с порохом, конечно, придумано прикольно. Увядание. Это уникальная магическая способность Энки. Чтобы использовать увядание, необходимо заполнить шкалу увядания Энки, убивая врагов. Когда шкала заполнится, нажми ТТ, чтобы... Мертвецы! Что это было? Демонстрация благих намерений. Откуда здесь мертвецы? Что это за место? Как далеко мы от окопов? Пока ты была без сознания, обстоятельства изменились, сама увидишь. Так, значит, мы можем использовать способности Энки. Он вызывает шторм какой-то. Прям, ну такой, прям такой мощненький. Мощненький шторм. Так, он с нами бегает, да, получается? Он от нас никуда не убегает. Шкала подготовки. С помощью Энки вы можете заполнять шкалу подготовки врага, чтобы затем нанести крит-атаку и быстрее его одолеть. Нажми Е, чтобы Энки атаковал врага. Такая атака проклинает врага и выполняет его шкалу подготовки. Так, когда шкала подготовки заполнена, враг готов. Используй... Ага. Да господи. А, на кьюшечку же. Ага. То есть, почему он так быстро умер? Я поставил на него метку смерти. Немного ускорил процесс. Блин, чтобы умножение сработало, надо нажимать на V. Так, Энки мы можем, значит, давать приказ атаковать и, по-моему, тратится его магия, да? Враги в броне. У некоторых врагов есть броня, которая существенно снижает наносимый им урон. Чтобы лишить врага брони, сначала подготовьте его, а затем нанесите критический урон. То есть он копится. Так, ждем чуть-чуть. Угу. Контрольные точки — это места, где вы можете отдохнуть, сменить снаряжение и получить новые навыки. Подойди к контрольной точке, чтобы сохраниться. Погибнуть вы вернете на последнюю, но это мы знаем. Это мы знаем. Мы же с Elden Ring пришли, это мы знаем. Отдохнуть, навыки, инвентарь. Меню персонажа, нажав I, вы можете навыки качать, инвентарь может туда-сюда. Карта, журнал заданий, обучение. Понятно? Понятно. Вот, магия, смотрите. Изучайте навыки в разделе «Путь магии», чтобы Энки лучше помогал в бою. День товарища. Так, ну у нас денег нету. Если мы нажимаем отдохнуть, здесь снова появится, наверное, да, этот тип с броней. Ну, вообще, по идее. Теперь мне легче и спокойнее.
Нет, не появился. Ладно. Интересно, другие оружия будут у нас? Задание выполнено. Получено 750. Это дым? Мы шли далеко за окопами. Коалиция бы никогда. Как только Уру освободился, из врат стремительно устремились мертвецы. У коалиции не было ни единого шанса. Это моя вина. Пришло время исправить содеянное. Деревни. Сражайтесь с врагами, чтобы добраться до их главаря. Победите вражеского главаря, чтобы в деревне стало безопасно и в нее могли вернуться жители. Ой, тут еще деревни освобождать можно. Фигась, фигась. Сдавайся или умри. Зона захвачена, победите главаря. Так, пойдем. Я готов. Ай, блин. Энки, я про тебя забываю пока что. Пока что я про тебя забываю. Так, этот тип в броне у нас получается, да? О, хорошо, хорошо. Порт покоя, область задания. Так, это случайно не босс? Это железная корона. Ой, да его долго кромсать ядом. Охренеть. Ай. Тих. Ну давай. Да блин. Чего? Чего? Это что сейчас было? Ты дурачок, что ли? Так, еще чуть-чуть отравить его. Давай, наполняйся. Я хочу посмотреть, каким мы ударом его убьем. Еще один удар. Давай. Yes. Бам. Бам, бам. Все, минус босс. Центики мои, вернитесь. Армия мертвых побеждена, порт покоя получен 200. Похоже, это последнее. Нужно зайти в кофейню, сказать всем, что можно выходить. Кофейня. В центре любой деревни есть кофейня. Победив вражеского главаря, вы откроете кофейню в новую контрольную точку. Поговорить с хозяйкой кофейни, чтобы восстановить здоровье, получить награду и купить новую одежду. Кроме того, хозяйка может поделиться с вами свежими слухами, открывая новые побочные задания. Как же здесь спокойно. Вот бы везде так. Это кто? Хозяйка кофейни? Многорукая тетка? Спасибо тебе огромное. Полчища мертвецов наводили нашу деревню. Если бы не ты... Не благодарите раньше времени. До победы еще далеко. Я расскажу остальных... хозяйкам, попрошу присмотреть за тобой. А пока вот, держи. Добро притягивает добро. Так, это что у нас? Бутылек лечения. Бутылек лечения при использовании восстанавливает 50% здоровья. Увеличивает максимальное количество использований на 1. Где я сгину, там флягу зароте. Песня солдат коалиции. Окей. Блин, ну это капец.
Это капец. Так, у нее есть магазин, да? Что мы тут можем? Черный китель, красный китель. И все, мы можем у нее цвет одежды только купить. Что? Нор. Души бездны, это ты. Иди сюда. Бас! Охренеть, тетя. Тетя. Как? То есть это даже не тетя. Подожди, это даже не тетя, смотрите. Получается, это тело чисто с руками, без головы. Но при этом у нее накрашенные нарощенные ногти. Ёшкин кот, где у тебя голова, женщина? Даже не женщина. Как она с нами общается? Кто придумал такую? Всегда рада тебя видеть, дорогая. Ты скажи мне, как ты сделана? И руки держат вот эту маску, и эта маска выступает вместо лица. А движется она как будто как каменная, знаете? Ну, ногти тебе, конечно... Ты, блин, к какому... Сколько ты заплатила за эти ногти, ё-моё? До хрена, наверное. Мужики, вы не охреневаете от этого? Бас, твоя нога. Большую часть оторвала при взрыве. Остальное потерял от инфекции. Я знал, что ты выберешься. Знал. Кто-нибудь еще спасся? Алин? Он сражался до конца. Показал гаду крылатому, где раки зимуют. Нет. Мне жаль, Нор. Но если бы я потерял еще и тебя... Мы теряем время, мертвецы врываются на свободу, и нам теперь не добраться. Души бездны, говорящая лиса. Что это за существо? Я видел, как вы вместе дрались с мертвяком. Это бог. И он поможет мне вернуть Уру в великую бездну. Да неужели? Скажи мне, малыш, может ты уничтожишь мертвяков одним ударом? Разрушить стены рассвета взмахом хвоста? Я... Нам противостоит целая армия, а значит, нужно тоже собрать силы. Сейчас это можно сделать только в трех вершинах. Бас, но туда месяц добираться. Две недели, если идти налегке и срезать через след сатрапа. Я знаю пару проводников, нас отведут. Ну что ж, тогда выдвигаемся. И что, мы все вместе пойдем? Сбылись наши самые страшные опасения. Прорвав линию обороны коалиции, мертвяки начали расползаться по миру. Мне пришлось пробираться обходами тропами, лишь бы не нарваться на этих тварей. А чтобы отбросить их, нам понадобится целая армия. И собрать ее сейчас можно только в трех вершинах. Суровое место, в котором обитают суровые люди. Рыцари, самая старая и самая великая армия мира, им даже удалось завоевать большую часть. Почивают теперь на лаврах, да накапливают богатство в порохе под крепостью преклонения. Спустя две изнурительных недели мы подошли к их столице, Закону. Надеюсь, они помогут нам спасти мир. Может, тогда Нор перестанет себя винить. То есть из всей той компашки остались только чисто вот мужик и Нор. Быстрое перемещение. Вы открыли новое место, в котором можно быстро переместиться. Используйте карту, чтобы быстро переместиться. Исследуй мир, чтобы быстро перемещаться. Карта поможет вам сориентироваться и быстро переместиться. Спасибо. Ладно, в какую сторону, Зак? Да мы только что разбили лагерь. Поешь сначала хотя бы. Бас, коалиции нужны войска. Чем быстрее мы заручимся поддержкой, тем лучше. Вы можете хотя бы подождать, пока я починю твое оружие. Да с ними так все в порядке. Просто принеси немного древесины, железа и серы. Это займет небольшое время. Понятно. Так, ради телепортироваться ты пугаешь база. Базлайт. Так, немного древесины. Немного серы. Прям как тут все лежит аккуратненько. И немного железа. О, господи, мы что, ехали на курице? Охренеть. Вот это... Ой, у тебя нос дырявый. Вот так, посмотрим.
Улучшение. Саперы в лагере могут улучшать ваше оружие и броню, улучшать снаряжение, чтобы справиться с более сложными задачами. Для улучшения нужны ресурсы, репутации, исследуй мир, чтобы найти необходимое железо, серу и древесину. Это все, что нужно для улучшения, блин, гитары. Так, чтобы улучшить топор, нам нужна всего лишь древесина. А вот чтобы улучшить пистолет, железо и сера. Ну давай. Бам. Хорошо. Бам. Хорошо. Вот, теперь смотри. Древесина, репутация. Железо, древесина, репутация. Хорошо. Тропа ведет в город. Там можно попасть на прием к судьям. А я пока поговорю кое с кем в крепости. Дам на лапу, если нужно. У тебя есть знакомые в крепости преклонения? Да, я в юности с какими только подонками якшался. Некоторые из них стали большими людьми. А как все устрою, встретимся у поворота. Не заставляй себе долго ждать, ладно? Игра в серебро. Сыграем в партию в Себо? А, в Себо. Хорошо, давай сыграем, посмотрим, на что ты сгодишься. Себо. Популярная игра, в которую играют по всему миру. Не знаю о таком. Не знаю. Противников для Себо можно найти в... Ну что, вы из Ведьмака стырили, что ли? Да в принципе и не только. Чур типа гвинт. Ну это не гвинт, это шахматы. Это типа шахматы. В этом раунде вы атакуете. Цель — построить из трех монет треугольный портал, пока не закончились ходы. Ваши ходы 12. Треугольный портал, что... Я же построил. Нет? Так, погодь. Построить из трех монет треугольный портал, пока не закончились ходы. Ну, я построил. Вот. А, вот такой надо построить. Маленький. Все, понял. Типа крестики-нолики, да? Ну все, у меня последний ход остался. Ход один. И что, мы туда-сюда колбасимся и ничего не происходит? Что-то я не понимаю. Видимо, я туп для такой игры. Ха-ха-ха. Не дать противнику построить треугольный портал, пока у него не закончились ходы. Ну, я говорю, типа, что-то крестиков-ноликов. А, у меня треугольный портал построен. Как я могу туда-сюда ходить, а он не построит? Это же вообще, это, ну, не продуманная какая-то игра. Вообще не понимаю. Лучше бы карточную какую-нибудь засунули игру сюда. Было бы намного интересней. Ну да ладно. Ты прошлой ночью не спала, да и позапрошлой тоже. Не могла уснуть, особенно когда ты вокруг вертишься. Отсутствие сна делает тебя бесполезной. Тебе следует... Со мной все в порядке, не лезь, собачка. Мост разрушен, проклятие. У меня есть идея получше. Дотронься до этого черепа. Ну, ладно. Каким образом? Использование портала. С помощью Энки вы можете использовать открытый портал для перемещения. Бам! Жив, чтобы выйти из портала. Блин, ну это изи перемещение. Если вот так вот лис
Лис тебе помогает телепортироваться. Души бездны! Привыкну ли я как-нибудь к этому? Придется. То есть мы будем этим пользоваться очень часто, я так понимаю, да? Для преодоления. Стой, зачем пришла? Мне нужно срочно встретиться с судьями, это дело коалиции. Крепость преклонения объявила коалицию своим врагом. Когда? Почему? Коалиции, еретики, которые хранят и используют пороховое оружие. Это прямо оскорбление Рамухи, богини вершин. Не сопротивляйся. Да что за бред? Вы не можете со мной так поступить. Бейлифт, хватай ее. Стоять. Пошел вон. Ай! Что это было? Бездна. Они упомянули Рамуху, еще одну богиню. Должно быть, когда барьер пал, ей тоже удалось сбежать из рассвета. Еще одна? Я выпустила еще одну богиню, и она уже заручилась. Энки, я должна ее остановить, прежде чем бросить вызов Уру. Нужно остановить ее. Может, у базы все прошло удачнее. Блин, капец, бог. Бог за богом. Вышли из портала, и теперь нам нужно, блин, все обратно это запихать в банку, да? Так скажем. Сначала один бог вышел, потом второй бог вышел. Ну, короче, наша главная цель убить Уруха вот этого, который в начале у нас был. Это главная цель, но помимо него вышли еще боги, с которыми нам нужно будет столкнуться и уничтожить. Так, ну что, ребята, это у нас, конечно же, демо-версия. Когда игрушка выйдет, начинаться она, скорее всего, будет по-другому. Вот, если вам зайдет этот ролик, то я готов пройти эту игру. Готов пройти эту игру либо на видео, либо на стриме. Там уже, ребят, посмотрим, как пойдет. Вот. Ну, в принципе, играется игра нормально. Вроде бы не фризит. Вроде бы не лагает. Есть сюжет. Понятный, в принципе, да? Убить босса. Похоже на Souls-like. А называется она Souls Light. Вот такие дела. Так, что у нас здесь? Интересное место. Найдено перо. Повышен уровень Энки. Так и есть. В особенно напряженные моменты я иногда... Линяешь? В смысле, это его перо было сейчас? Да не может быть. Я готов лететь. А, ну да, у него вон хвост. Зона захвачена. Победите главаря. А где главарь-то сам? Так, порталы остаются открытыми, да? Подожди, а где главарь-то? По всей видимости, дальше. Так, ладно, пойдем сейчас убьем главаря, и на этом мы с вами закончим. Это все на благо людей. Скоро они поймут. Долгая анимация питья. Так, ладно. Получается, богиня под себя подмяла людей, да? И теперь люди
Люди против меня. Ладно, ладно. Так, вот интересно, где брать бутыльки. А, бутыльки у нас же восполняются, в принципе, как и в Elden Ring, они на костре, да? То есть мы отдыхаем на костре, собственно говоря, и бутыльки восполняются. Хорошо, ладно. Так, там кто сидит? Враги с щитами. Если враг занимает защитную стойку щитом, он не получает урон спереди. Оглуши врага или парируй его атаки, чтобы вывести из строя. После удачного оглушения или парирования вы можете использовать ближнюю атаку, чтобы вырвать щит из рук. Где босс-то сам? Главарей побеждено 0 из 1. Блин, то есть мне еще надо его найти где-то? Главарь, ты где? Выходи. У меня нет времени тебя искать. Кажется, или охранники вот эти вот, ну, враги наши, выглядят примерно одинаково. То есть у них одинаковые костюмы, одинаковые прически, но при этом цвет кожи меняется. Единственное, тут пока у нас с щитом враги. А, вот, Галлен Благородный. Бам, 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 бам. Смотри, прикол. Бам. У него глаза красные, кстати говоря. Ты какой-то косой, блин. Справились, деревня в безопасности. Открываем дверь в кофейню, и тут сидит у нас такая же рукастая женщина. То есть у нее за место головы руки. Угу. То есть разработчики взяли, сделали один вот такой вот, ну так скажем, храм. И скопировали его везде, да? Ну, на всех таких локациях. Спасибо, что спасла нас, но не знаю, как долго мы протянем. Крепость нас разорила. Я видела. Простите, что не пришла раньше. Ну что ты? Ты сделала все, что смогла. Но прежде всего нужно остановить тех, кто несет ответственность за этот хаос. Значит, этим я и займусь. Бутылек лечения. Правда, вот это да. Так, глядишь, а тебе и песни начнут слагать. Слухи. Рыцари прочесывают
Проселочной дороги хватает всех, у кого найдут хотя бы щепотку пороха. Чем я могу помочь? Я слышала, что они патрулируют проколотую пещеру. Людям в тех краях помощь бы наверняка не помешала. Понятно. Блин, классный у нее магазин, конечно говоря. Покупать чисто скинчики на нашего персонажа. Ну это, ну чушь. Где различные, я не знаю, оружие? Где различные баночки, скляночки? Что за прикол? Может это в демке так сделано? Играем в Себа, солдат. Говно твою игра. Блин, прикольная игра же сделана. Ну почему? Почему так все? Тащите рыцари. Ну, в принципе, ничего, пойдет. Скоротать недельку. Или за сколько она там проходится. Так, ну что, ребята, пишите. Ну так, дизайн прикольный. Графика норм. Вроде бы не фризит, не лагает. По настройкам, кстати говоря, я же не показывал. Тут фоторежим есть, офигеть. Вот, мне игра поставила, значит, DirectX 12, DLSS-ку. Сверхвысокое разрешение. Генерация кадров выключена. Резкость 0.5. Экран. Угол обзора. Фоторежим. Ой, спасибо вам за фоторежим. Это прям... прям классно. Логотип. Как переключить? А и все? Это единственный логотип, да? Вот, ребят, спасибо всем за внимание. Кто досмотрел до конца, спасибо за лайки, за поддержку, за комментарии. Пишите, да, как вам игрушка. Вот. Пишите, будем ли ее проходить, когда она выйдет. Если нет, пропустим. Если да, поиграем, попроходим. Вот. С вами, как всегда, был Скалин. Встретимся на следующем видео. Всем спасибо, ребята, и всем пока.